Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня два маленьких видео, два легких ремонта. И первый ремонт Mercedes. Повреждена задняя часть автомобиля. Зазоры между крыльями и багажником неровные. Корыто запаски вмято и повреждено. Я делаю необходимые мне измерения и затем вытягиваю панель. Перемонтирую корыто. Теперь стяну немного задние крылья, чтобы выровнять зазоры. Заднюю панель выравнивал при помощи споттера.
Устанавливаю некоторые детали от задней части автомобиля. Теперь я вижу, что все зазоры в норме, и на этом моя работа с этой машиной закончена. А теперь ремонт Volvo. Ремонт задней двери. Для этого ремонта буду использовать споттер. Можете увидеть уже, сколько слоев краски на этой двери есть. Отдаю машину на покраску. Машина вернулась после покрасочных работ. И я собираю дверь. На этом работа закончена. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!